Давайте мы еще раз прострем наши руки. На самом деле, воскресенье – это всего лишь пример то, что нам надо молиться за детей, каждый день их благословлять. Ночью, когда они спят, молиться за них, возлагать на них руки. Утром, когда они просыпаются, обнимать их, целовать, благословлять их во имя Господне, вручать их в руку Иисуса Христа. В течение дня, может, они где-то бегают, может, они где-то хулиганят, но мы призваны продолжать молиться за них, чтобы защита драгоценной крови Иисуса Христа была постоянно над ними. Спасибо тебе, дорогой Иисус, за то, что, Господь, ты защищаешь, Господь, охраняешь, оберегаешь, Господь, наших детей. Аллилуйя, Отец, мы когда-то провозгласили, что это твои дети, Господь, дети Божии, дети Иисуса Христа, рожденные для вечной жизни, взросшенные, Господь, аллилуйя, Отец, рожденные во славе Твоей, в Твоем слове, Господь, Отец, Ассана, слава Тебе, изучающие Священное Писание, Евангелие с такого юного возраста, Господь, Отец, чтобы проникнуться Духом, Господь, Отче, чтобы жить для Тебя, чтобы ходить по Слову, чтобы исполнять заповеди Твои, чтобы иметь эту силу, Господь, Святого Духа, это святое помазание, эту благодать на благодать, Господь, Отче, потому что сами по себе мы ничего не можем. Аллилуйя, Отец, но с Тобой мы можем все. Для верующего все возможно, Господь Отец. Тебе за все слава, честь и хвала во имя нашего Господа Иисуса Христа, который есть нас, Господь и наш Бог. Аллилуйя. Аминь. Проходите, детки. Аллилуйя. Хорошо. Так, Богданчик хочет прочесть золотой стих. Доброохотно дающего любит Бог. Аллилуйя. Аминь. Слава нашему Богу. Я хотел бы сразу сделать объявление. Сегодня нас попросили вот представить вот эти новые Библии, которые недавно поступили. Это Библия на современном русском языке, современный русский перевод находится здесь в библиотеке. При желании вы можете приобрести. Также вот еще одна Библия такая с мелким шрифтом, но это больше для молодежи. И у нас в церкви также есть такие крупные Библии с крупным шрифтом. Практически по себестоимости они стоят недорого, всего лишь 15 лева, поэтому у кого нету Библии на сегодняшний день или кто желает приобрести, пожалуйста, подходите, не стесняйтесь. Подходить можно туда, в библиотеку, подходить можно к Наталье. Также вот у нас здесь книги лежат, те книги, по которым мы проводили семинары здесь и еще будем проводить, потому что поступили новые книги «Caroline Life», вот, «Кто отключил мой мозг», еще одна книга, которая поступила, это «Думай и ешь умно», тоже Caroline Leaf, автор уже известная. Вот, поэтому при желании тоже вы можете подойти, приобрести эти книги для того, чтобы проникнуться, потому что книги очень хорошие и очень качественные. Христианские книги, это христианская литература, слава нашему Богу. Сегодня я хочу представить, сегодня у нас гость, он первый раз в Болгарии, он первый раз в нашей церкви. И меня всегда умиляет то, что человек, который когда-то родился в другой стране, ну, в данном случае в Сеуле, да, в Южной Корее, когда-то получил призыв ехать в Россию, в холодную Россию, был в Норильске, там, ну, в других таких северных в основном местах. Вот сейчас основная церковь в Санкт-Петербурге. И выучил русский язык, то есть кореец, который выучил русский язык, литературный русский язык, и сегодня даже работает в Пушкинском доме, ну, как филолог. И только почему? Потому что получил призыв от Иисуса Христа, был послушен Богу, Бог отправил его в какую-то далекую страну, которую он не знал, дал любовь полюбить русскую нацию, русский язык, выучить этот язык очень хорошо. И поэтому сегодня у нас нет необходимости переводить его с корейского на русский язык, потому что мы послушаем хороший русский язык, ну, может быть, с небольшим таким легким корейским акцентом, таким, ну, приятным лично для меня. Я хочу сегодня представить пастыря церкви Евон, город Санкт-Петербург, пастор Ли Ку
Хо, давайте мы поприветствуем. Здравствуйте, все дорогие братья и сестры. Очень приятно с вами познакомиться. Я преподношу все славу, прежде всего, Господу Богу, который позволяет нам сюда попасть. Потом я, конечно, приношу большие благодарности пастору Геннадию и всей вашей церкви. Дело в том, что, конечно, есть особая воля Божья насчет нашего визита в Варну. Я тоже вот так молился, в чем суть, в чем Божья воля. Наверняка я так получил такой ответ, делиться Божьим Словом, особенно посвященным воспитанию наших детей, наших потомков, именно во Христе Иисусе, именно Словом Божьим. Аминь. Давайте сейчас просто проповедь сразу или... Да, давайте тогда откроем Библию. Второзаконие, 6 главу, с 4 по 9 стихи. Второзаконие, 6 главу, с 4 по 9 стихи. Наверное, эти стихи всем нам известны, потому что говорят это как Шима. Да? Шима. Давайте, если вы уже открыли и нашли, и готовы прочитать, тогда давайте вместе, единогласно, мы прочитаем все эти стихи с 4 по 9. Давайте мы прочитаем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всеми силами твоими. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, да будут они навязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Аминь». Тема проповеди – это «Слушай Евангелие». Скажи, пожалуйста, это же «Шма». Да? «Шма» – это значит «слушай». И еще один смысл здесь сокрыт. «Слушай и исполняй». Вот это «Шма». «Шма» – это как завет Божий, завет обетования, которое дано всем израильтянам, да? Они вышли из Египта, они шли по пустыне. Сейчас они идут куда? В землю обетования. Но как раз до перехода, да, в землю обетования Господь дал вот это обетование свое Шму через Моисея. Тогда вопрос такой, что это значит, что значит именно обетование Божие? Обетование, завет. Или мы говорим завет, или в Библии написано обетование. Что это значит? Самое главное обетование – это Иисус Христос. Мы уже понимаем. Иисус Христос – это обетование. И все библейские герои, они же держались за Божье обетование, и, держась за это обетование, полученное от Господа Бога, они шли. Прямо они шли, и, наконец, они добились именно до того, что Бог приготовил их им. А тогда вопрос такой, у вас какое обетование есть? Мы все ведем жизнь веры. Мы приходим на Слово Божие. Мы слушаем с кафедры Слово Божие. Тогда вопрос. У вас какое обетование есть на всю жизнь?
и на этот год, и на эту неделю. Это не трудно. Обетование – это Божье Слово, которое меня затрагивает, ваше сердце затрагивает. Конечно, есть такое понятие, есть Слово, как истина, как логос. Еще есть другое понятие Слова. Значит, это рема. Рема – это особое Слово, которое Бог только мне дает. Слово с кафедры вы слышите, да, это общее слово, значит, это логос. Но когда вы слышите Слово Божие, какое-то слово ваше сердце затрагивает, приносит вам благодать. Вот это обетование Божие. Значит, нужно же проверить самого себя, нужно же проверить мою семью, какое обетование у меня есть. И насчет своих детей, моих детей, какое обетование у меня есть? Каким словом нужно кормить, воспитывать моих детей? Все люди, все родители почти одинаковые во всем мире. Родители хотят, чтобы их дети, да, стали лучше других, лучше даже всех. Правда? Да. И все родители хотят покупать своим детям, да, самые хорошие одежды. Правда? Хоть недорогие, но все равно качественные. Все хотят. И все хотят покупать тоже еду. Качественную, вкусную. Правильно? Да. Все это одинаковое сердце. Вообще. У меня такое сердце, у вас, наверное, такие, подобные сердца, правильно? Значит, другой вопрос. Мы все хотим покупать, кормить, да, самыми качественными, да? А тогда немножко по-другому, с другой точки зрения, в духовном плане, чем мы кормим? Чем мы кормим детей? Чем мы воспитываем детей? В плотском плане, в физическом плане, все мы хотим покупать. Для детей покупать хорошие, качественные одежды, пищу и так далее. Все-все это одинаково. А в другом плане, то есть в духовном плане, чем мы хотим кормить детей, воспитывать детей. Именно дело в этом. Шма. Сегодня слово шма. Смотрите, вот для иудеев, вот это слово шма. Они, иудейские родители, учат своих детей, чтобы дети даже выучили наизусть. Вот это шму. Почему это важно? Почему это важно? Именно с раннего возраста дети, еврейские дети, учатся наизусть. Потому что это Божье Слово. Божье Слово и вчера, и сегодня, и завтра все время одинаково. Все время действует. Все время живое и действенное Слово. Это Божье Слово. Шма. Даже он говорит, слушай, Израиль. Вот пастор Геннадий только что говорил, кто мы? Мы Израиль. Аминь? Мы Израиль, правильно? Только в топографическом плане Израиль – это страна, которая давно уверовала в Господа Бога. Бог, Господь, только для них единственный Бог, а для нас нет? Вряд ли. Значит, мы же, уверовав в Иисуса Христа, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя, как своего Господа, мы все получили спасение. Аминь. Мы стали чадами Божьими. Библия об этом говорит. Значит, мы же являемся израильтянами. В духовном плане мы все, получившие, да, спасение,
вечную жизнь. Мы все же стали уже, да, израильтянами духовными, чадами Божьими. Значит, Бог нам говорит: слушай, Израиль, слушай, Израиль. Значит, мы должны слушать Слово Божие. Что говорит Шма? Господь Бог наш, Господь един есть. Господь един. Аминь? Един, правильно? Аминь. Тогда вопрос. Мы считаем, мы же знаем, мы же верим, что Бог един. Бог всемогущий. Бог же, да, везде сущий. Аминь. Только что мы пели. Хвалу мы же видели на экране. Все стихи. Бог всемогущий. Всемогущий Бог. Тогда вопрос. Почему у меня вопросы, у меня проблемы еще не решены? Я в Боге. Я верю в Бога. Бог со мной. Все я верю. Я хожу к Слову. На Слово, к Богу я хожу. А почему у меня вопросы, у меня проблемы еще не решены? Видимо, у него все хорошо получается. Видимо, у нее все хорошо получается. Они получают благодать. А почему у меня не получается? Почему? В чем суть? Все отходят потом. Отходят от Бога. В России у меня много знакомых, именно местных пасторов и местных служителей. Часто я вижу, и верующие, и их дети отходят от Бога. Они говорят, у них такие молитвенные темы, нужды. Они молятся, а почему-то не получается ответа. Что случилось с ними? Дело в чем? Значит, если мы считаем, вот это Божий тест, не искушение, а именно тест духовный, то да, мы понимаем, Бог обязательно нам даст нужные для нас ответы. Вот это называется вера. Ни в коем случае вера не колеблется. Ни в коем случае вера не меняется. Ни в коем случае вера не ослабеет. Шма об этом говорит. Евангелие. Слушай Евангелие. Бог, Господь Бог наш, Господь един есть. Других богов нет. У нас только един Бог, всемогущий Господь. Вот это моя вера и ваша вера. Вера. Без веры угодить Богу невозможно это. Невозможно. Если у вас и у меня есть твердая вера в Господа Бога, который всегда Духом Святым, пребывая с нами, действует, помогает, поддерживает, то наша жизнь полнота, но наполнена Духом Святым, верой, Его силами. Дальше. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всеми силами твоими. Что это значит? Что это значит? Скажите, пожалуйста, а для нас что главное? Деньги или Бог? Что главное? Как вы думаете, что главное? Конечно, вы говорите Бог, да? Вопрос. Если вам говорят, сегодня воскресенье, ты не пойдешь в церковь, зато ты поработай, я тебе дам $1000 за эту работу. Что скажете? Что скажете? Работа или церковь? Деньги или Бог? Да, опять же вопрос. Смотрите, очень легко, очень легко.
есть мир земной, есть мир духовный. Что нам важнее? Что нам важнее? Неужели Бог не знает, в чем моя нужда? Неужели Бог не понимает, у меня чего не хватает? Бог все знает. Для Бога самое главное – наше сердце. Наше сердце. Знаете, мы сердцем любим Господа Бога или нет? Я уверен, что все присутствующие в церкви, вы любящие Господа Бога. Аминь. Да. Мы любим Господа Бога. Но, значит, вопрос, как мы любим? Как мы любим? У каждого есть приоритет. Что главное, что второе, что третье? Есть. Божьи люди, значит, верующие, должны иметь приоритет. Что главное, что второе, что третье? Если у вас все это конкретно получилось бы, то легко, нет конфликтов, нет вопросов, нет проблем. Потому что самое главное – это Бог, самое главное – Его желание, самое главное – Его воля. Все тогда. Дальше моя жизнь, дальше, ну, плоская жизнь. Приоритет. Люби Господа Бога, люби Господа Бога. Дальше, смотрите, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. Что самое главное для вас и для меня? Самое главное, что именно? Если мы считаем главным именно то, как зарабатывать, как жить, как покупать. Значит, всегда, всегда конфликты. Конфликты. Кто больше во Христе Иисусе? Ну, помните, апостолы, ну, ученики, они спорились, а кто больше во Христе Иисусе? Иисус говорит, кто служит людям? Кто служит остальным? Кто служит людям? Да, он самый большой, самый важный. То же самое. Для нас что больше? Божье Слово или деньги? Божье Слово или моя работа? Божье Слово или мои дела? Всегда приоритеты. Бог же затрагивает, в чем дело у меня. Первое, что главное. Второе, дальше. Третье, дальше. И сегодня же слова. Какие слова? Чья слова? Чьи слова у нас? Божьи слова или без слов? Божьи слова очень важны. Представляете, вы, наверное, немножко по-другому понимаете молитву и молитву, и ответ на молитву. Все говорят, через молитву Бог дает ответ. Вряд ли. От Иоанна 15 глава 7 стих Бог говорит, Иисус сам говорит, если вы пребудете во мне, дальше, мои слова будут в вас. То, чего не желаете, просите, и будет дано вам. Знаете, Бог говорит, если вы пребудете во мне, пребудьте во мне, пожалуйста. Бог говорит, Иисус говорит, пребудьте во мне,
А дальше, мои слова в вас. То, чего не желаете, просите, дано будет вам. Чего не желаете, просите, дано будет вам. Это молитва. Но условия, предпосылка какова? Вы прибудьте во мне. Знаете, вы сейчас духовно где находитесь? Ваш духовный адрес где? В Боге или без Бога? С Богом или без Бога? Или вне Бога? Если Бог со мной, если я в Боге, тогда легко. Слово Божие. Вы говорите «Аллилуйя, аллилуйя, аминь, аминь» без слова. Это значит звук, все. Никакого значения не это. Это пустой звук, без слова. Вы сейчас уходите после служения, уходите домой. И потом вы попробуйте запомнить. Вспомните слово. Какое слово у нас было? Если вы ничего не помните, значит, у вас ничего не осталось в сердце. Тогда сатана уже забрал у вас все, что нужно. Все плоды, все слова. Молитва и Слово Божие. Слово Божие – это Бог, сам Бог. Помните известный стих, 1 глава, 1 стих от Иоанна. Что там написано? Вначале было Слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Аминь? Да. Но у вас нет внутри, в сердце, Слова. То есть Бога нет. Без Бога как молитесь? Это значит, не Богу вы молитесь. А кто знает, или идолам? А кто знает, или себе? Не Богу точно это. Поэтому самое главное – Бог. Да, это Слово Божие. Молитва. Да, это общение с Богом. Все вместе. Две стороны одной монеты. Друг для друга необходимый слово и молитва. Поэтому апостол Павел тоже говорит, к Ефесянам 4 глава 13 стих, прийти в единство. Единство, как познание. Познание. Да, Сына Божьего. И веры в Него. Единство, единство. То же самое, молитва и слово. В единство должны прийти. Слово. Дальше, смотрите. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась, и вставая. Скажите мне, пожалуйста, а вот это шма кому посвящается, по вашему мнению? Кому посвящается? Всем израильтянам. Да, это верно. А точнее? Точнее. Кому Бог говорит? Родители. Родители. Понимаете? Внушай их детям. Внушай их детям. Что значит их? Что это их? По вашему мнению, что это? Это слова Божьи. Выше написано, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая. Смотрите, вот шма. Это Божье Слово, Божье повеление. Первое, для нас, какой Бог? Если Бог для нас, это все. Это моя жизнь. Это Господь Бог всегда со мной.
У меня есть вера в Него. Твердая вера, которая никогда, ни в коем случае не колеблется. Хотя сатана и всякие проблемы, проклятия беспокоят меня, но все равно я крепко держусь за Господа Бога. Вот это, если у вас вот такое сердце есть, значит, уже Бог запечатлен и у вас, и у меня в сердце. Дальше жизнь, слова. Это жизнь. В жизни есть ли у меня слова Божьи? Зачем Бог поставил на кафедру своего раба Божьего, пасторов? Зачем через него Бог дает Слово Божие? Если вы сами читаете Божье Слово, Библию, если сами вы считаете, что вы хорошо, хорошие верующие, не в Боге нет нужды вообще. Я сам могу, я все могу решить, делать, все я могу. Зачем тогда вам нужен Бог? Зачем тогда вам нужен пастор? Зачем церковь вам нужна? Зачем Слово Божие нужно? Вы все хорошо понимаете, вы все хорошо управляете. Всем. Дело не в этом. Понимаете? Мы люди по духовному принципу. Мы должны быть вместе с Богом. Как рыба в воде, как деревья корнями на земле, как птицы в воздухе, так и человек обязательно с Богом. Бог со мной. Если Бог у меня в сердце запечатлен, значит, я ни в коем случае не колеблюсь. Проблемы, проклятия меня не беспокоят. С удовольствием я готов выбрать себе именно Бога. У меня всегда приоритет. Первое место всегда Бог. Второе место – это моя жизнь, моя семья, мое здоровье. Всегда на первом месте Бог и Божье дело, и церковь, Слово. Все ясно тогда. Если у вас такая вера, если у вас жизнь веры такова, все ясно. Смотрите дальше. Внушай. Внушай. Не просто говори, а внушай. Что значит слово «внушать»? Один раз говорить? Или кратковременно говорить? Или что? Иногда говорить? Нет. Слово «внушать» – это другого смысла, другой смысл имеет в себе. Постоянство. Постоянство. С утра до вечера, где угодно, когда угодно, ты можешь слово дать, давать своим детям, чтобы вот это слово было запечатлено у моих детей в сердцах. Слово Божие. Внушать. Дети растут. У меня тоже трое детей. У вас тоже, конечно, есть дети. Хоть один, хоть два, но все равно есть. Но как воспитывать? Как же воспитывать, наставлять, назидать? А именно чем назидать, чем воспитывать, чем кормить? Дело именно в этом. Внушать. Внушать. В Библии говорится об этом. Родители должны иметь такую духовную обязанность, потому что это обязанность от самого Бога. От самого Бога. Родители, если они не имеют с собой Божьего обетования, Божьего слова, рему, но ничем кормить. Ничем.
Если родители имеют конкретное слово, как Божье обетование, этим словом можно кормить, воспитывать детей. И даже постоянно, с утра до вечера. Пример я могу привести. У меня в семье каждое утро мы с детьми собираемся. У нас есть молитвенный дневник, месячный. Мы читаем и мы молимся. Вечером тоже мы собираемся. У нас маленькое служение, домашнее служение, семейное служение. Мы прославляем, потом мы читаем стихи, потом мы делимся словом на 5-10 минут, потом мы заканчиваем молитвой Господней, Отче наш. Каждый день, кроме воскресенья, потому что воскресенье – это Божий день. Пробуйте, пожалуйста. Вы сами тут пробуйте. Однажды я попал на попал на встречу с мамами. Мы же были приглашены. Мы видели, как мамы, особенно мамы, да, они собирались, они молились, а потом, интересно, потом, после молитвы они пили чай вместе. Разговор. Да, начался. О чем именно разговор? Первое, о том, где дешевле продают, где дешевле покупают, где можно, где дорого, где дешевле. Вот такой разговор. А дальше, речь пошла о том, что дочка меня не слушает. Дочка против меня. Дальше. Потом, да, опять же, про своих мужей. Интересно. Я сам видел. А потом я же вот случайно встретился с одним мальчиком. Я спрашивал, а ты ходишь с мамой в церковь? Он отвечает, да. А тебе интересно ходить в церковь? Нет. А почему? А ты вообще не веришь в Господа Иисуса? Нет. Вот это интересно. Мамы ходят в церковь, а дети не верят. Откуда такое неверие? Я думаю, что здесь такого нет. Но бывают такие. Такие бывают. Скажи, пожалуйста, в Библии написано, мамы и папы, имеющие Евангелие, имеющие Божье Слово, они передали своим детям. Пример. Яков и Иосиф. Исей и Давид. И мама, да, Йохаведа и Моисей. Анна и Самуэль. Евника и Тимофей. Родители должны иметь духовную миссию, который сам Бог вам уже дал. Воспитывать детей Словом Божьим. Именно по-божьему, не по-человечески. Потом со временем, если не по-божьему, если не Словом Божьим, дети уходят. Дети уходят из церкви, отходят, потом уходят. Сначала отклоняются, а потом уклоняются совсем. Это почти одинаково. И в Европе, в Америке, в Корее, в России. Да. Родители ходят к Богу, а их дети не хотят. Больше не хотят. Они говорят, мама, ты иди одна. Меня не трогай. Оставляй меня в покое. Я не пойду. Жалуются дети.
Представляете, для детей, именно с детской точки зрения, он родился, ребенок родился, а в семье мамы, мама и папа неверующие. Как вы думаете? С нашей точки зрения, с родительской точки зрения, конечно, досадно, больно, дети не хотят. Но с другой стороны, с детской точки зрения, папа и мама не истинные верующие. Они делают вид, что как хорошие, истинные верующие в церкви, а дома по-другому ведут себя. Кричат, ругают. Противоречия большие. Правда? Поэтому не хотят. Не хотят. Для них это как ложь. Для детей. Апостол Павел говорит: Тимофей, у тебя такое чистое сердце. Чистая вера. Нелицемерная вера. Вот такая вера от кого? От твоей мамы. От твоей бабушки. Да. Мы должны передать такую веру, такое чистое сердце своим детям. Внушать. Внушать. Есть такое слово, которое всех нас затрагивает. Воспитание ребенка без Бога отождествляется с воспитанием умного дьявола. Понимаете, в чем суть? Воспитание ребенка без Бога, без Божьего Слова. Это воспитание умного дьявола. Иисус тоже говорит, добрые, хорошие деревья приносят какие плоды? Добрые и хорошие плоды. Плохие деревья приносят хорошие? Нет. Конечно, нет. Дети растут не перед родителями. К сожалению, дети растут за нами, за родителями. Дети все видят, все видят. Поэтому Шма, это прежде всего касается родителей. Прошу вас, больше не надо отпустить детей на свободу. Нужно уже пора молиться, истинным сердцем молиться за детей, чтобы они не только вернулись к Богу, всегда оставались с Богом вместе. Такое представление, я всегда говорю, вот хорошие пасторы, вот у вас тоже хороший пастор Геннадий, а у нас в России, в Питере хорошие пасторы. Я всегда им говорю, после вас, после того, как вы уйдете в отставку, кто будет будущее церкви, будущности церкви? Кто будет? Желательно, чтобы кто-нибудь из вас, из ваших детей, стал пастором. И церковь должна быть продолжена. Должна, да, существовать. Из одного поколения в другое поколение. Будущее. Уже пора учитывать будущее. Будущее церкви, будущее вашей семьи, будущее вашей жизни. Заключение. Известный английский автор, писатель,
которого зовут Джой Даусон. Он написал такую книгу. Самое лучшее наследие, которое стоит передать детям. Он говорит, это вера, жизнь веры у родителей. То есть родительская вера в жизни. Как вы служите, как вы уповаете на Бога. Все это передается нашим детям. Дальше. Жан-Пьер Сартр. Наверное, вы его знаете. Известного французского философа. Он говорил так. Жизнь человека – это VCD. По-английски. VCD. Что это значит? V – это birth, то есть рождение. D – это death, значит смерть. Он говорит, с момента рождения человек бежит к смерти. Но как он бежит? Не отдыхая, не останавливая. Быстро-быстро бежит к смерти. Да, беда. Это беда для человека. Нет отдыха, нет останавливания, а просто бежит, постоянно бежит к смерти. Но Бог дал человеку си. Си – это choice, выбор. Во все дни жизни человек должен делать выбор, поэтому нужно выбрать, что-нибудь выбрать себе. Но выбор, человеческий выбор, оказывается не идеальным. Не всегда. Оказывается, не всегда идеальным, совершенным. Есть единственный, совершенный, идеальный выбор. Это си, choice. Это Christ, то есть Христос. Вот это идеальный choice. Нам нужно помочь своим детям. Нам нужно помочь церковным детям, чтобы они всегда выбирали себе именно Христа, Господа нашего, который Духом Святым всегда пребывает и всегда действует и всегда помогает нам. Нужно внушать детей Словом Божьим, именно Евангелием. Иисус есть Христос. Он же единственный разрешитель всех человеческих проблем. Он Духом Святым всегда с нами. Не теряйте, пожалуйста, шанс. Не теряйте ваших детей и церковных детей. Пусть они растут. Пусть они воспитываются. Пусть они наставляются, наждаются во Христе Иисусе, в церкви, в Божьем храме и Божьем Словом. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, любящий нас, спасибо за Твое Слово, спасибо за то, что Ты позволил нам слышать важности воспитания наших детей, наших потомков во Христе Иисусе. Господи, благослови эту церковь, благослови всех наших братьев и сестер, и прежде всего благослови нашего пастора Геннадия, чтобы все они были едиными во Христе Иисусе, и все они единством духовным служили только Тебе, только Твоей воле. Господи, каждого из них присутствуй здесь, наполняй Духом Святым и Твоей мудростью, и Твоими новыми силами духовными. Пусть они
Господи, придумывают об этом, о важности воспитания детей во Христе Иисусе. Пусть они окончательно решат, что нужно делать, как нужно делать для того, чтобы дети росли, воспитывались и нуждались только во Христе Иисусе в Божьем храме. Господи, даруй нам, пожалуйста, чтобы мы все уповали всегда только на Тебя. И чтобы мы все во Христе Иисусе, Господи, оберегались именно, Господи, Евангелием Твоим Словом. Держась за Твое Слово, мы хотим, Господи, слушаться именно Тебя и исполняться Духом Святым и, Господи, Твоей мудростью. Используя Твою волю и Твою мудрость, мы хотим всегда получать от Тебя самую, Господи, богатую благодать и самые все блаженные благословения от Тебя. Именем Иисуса Христа мы же молимся. Аминь. Спасибо.